В Ереване родственники без вести пропавших военных встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Один из родителей назвал работу правительства неудовлетворительной. По его словам, он не получил ответы на беспокоящие его вопросы. Родители собрались, чтобы получить ответы на свои вопросы хотя бы на 70%. «Я так и не получил ответы на интересующие меня вопросы. Я не удовлетворен работой правительства. Я снова пойду на переговоры с азербайджанцами», — говорит отец одного из пропавших без вести военных. Он также сказал, что лично участвовал в поисках без вести пропавших военных и даже вступал в переговоры с азербайджанцами. Родители без вести пропавших армянских солдат отметили, что у них есть целый ряд вопросов к правительству. Один из них касается без вести пропавших, другой – поиска и вывоза останков погибших военнослужащих. Также был поднят вопрос с оборудованием для ДНК-анализа, однако ответ был неоднозначным. В частности, они точно не знают, когда конкретно удастся ввести в эксплуатацию аппарат, но уверены в том, что это произойдет не в уходящем году.